Ну что там такое? Это Катя купила в подарок своей родственнице. Своей бабушке, и проверяю, собственно, как он работает. Если понравится, и себе такой куплю. Он же там как-то бак цепляется, что ли? Ну, мы, скорее всего, и Хане попробуем такое показать. Да. Ну, конь не атакует. Да, ну, Хиви больше атакует. Что это такое? Ну, бандер мягкий, как он аккуратно побьется. Стулья толкает. Сейчас еще испробуем функцию мытья, как у него. Ну, у него есть своя база. Да, я еще не подключила ее. Смешная штука, смешно смотреть, как за тебя кто-то пылесосит. Дай ему бадушку поставлю. Пленка, думаю, защитная не будет снимать эту штуку, как ставить подарок. Бабушке же нужно показать, как им пользоваться. Надо для этого сначала разобраться. Как-то нужно план выстроить. Это база.